Будущее России в руках каждого ее гражданина. Голосование по поправкам в Конституцию страны проходит в Еврейской автономной области. Одними из первых в ряды исполнителей своего гражданского долга встали главные лица Биробиджана и области. Ростислав Гольдштейн, ставший жителем региона этой весной, для голосования выбрал участок по месту своей прописки. Никаких особых привилегий. Как и любой житель области, на избирательном участке он прошел термометрию, продезинфицировал руки, получил медицинскую маску, перчатки и одноразовую ручку, которыми обеспечены все пункты для голосования. Члены избирательной комиссии работают на местах, по минимуму контактируя с окружающими и сохраняя социальную дистанцию. Свое отношение к предлагаемым поправкам в основной документ страны выразила и председатель законодательного собрания автономии Любовь Павлова. Это гражданский долг. Я гражданин России. Я думаю, что наша Россия – это сильная страна. Поэтому для того, чтобы происходили изменения, плановые изменения, нужно прислушиваться ко времени, нужно соответствовать времени. А Конституция как раз вот отвечает всем требованиям, которые у нас в стране образовались, вызовам внешним в том числе. И я думаю, что мой голос важен, как и важен голос каждого гражданина. Во время пандемии безопасность граждан ставится на первое место, поэтому на каждом избирательном участке тщательно соблюдаются санитарные нормы, а также выработана система входа и выхода. Для каждого человека, который пришел голосовать, выделялись индивидуально одноразовые перчатки, маска, а также одноразовая ручка и салфетка. Были предусмотрены два вход и выход, то есть для того, чтобы человек не сталкивался с другим. Как отмечают первые лица города и области, все граждане России должны принять участие в голосовании и выразить свое мнение относительно изменений, вносимых в Конституцию. Нельзя оставаться в стороне, когда решается будущее страны. Я думаю, мы должны показать пример. И задача наша, как служащих муниципальных, да, обеспечить исполнение тех прав, которыми мы обладаем, как граждане Российской Федерации. Принять участие в голосовании в части поправок в основной документ нашей страны, я считаю, что это правильно. Избирательные участки продолжают работу. Ежедневно они будут открыты с 8 утра до 8 вечера до 1 июля включительно. Ольга Тимченко, Кирилл Богаченко, Богдан Патрин, Новости 21.